Всем привет, ребят. Сегодня настала вторая часть. Вы набрали уже достаточно лайков, целых 8. Сегодня у нас будет продолжение про наш самодельный пульт от вагона метро. Я сделала уже вот сам пульт. Сейчас. Вот так вот он выглядит. Ну, пульт тоже самый. Настя, ничего не изменилось. Я докупила сюда 1, 2, 3 кнопки. Теперь пульт целиковый, кроме той одной кнопки. Должен был резерв. Переключатель стороны двери поменял. Кнопки двери должен. Чуть-чуть изменил нажатие у них. Вот такой же остался. Планирую сюда добавить еще штучки, забыл, как называются. И совершилось чудо. Я съездил в Мытищи, купил Ардуинку Леонардо. Упала. Вот она, Ардуина Леонардо. Для вагона типа Д, ну, кажется, вагона типа Д не заработает никогда теперь. Потому что что-то с Ардуиной Леонардо не так стоит. Вот. Подключил у меня Вуду. Кнопки двери. Вот они эти. Кнопки КВТ, КВТ и формат. Подключен также реверс тестовый вот такой вот. И был у меня раньше подключен еще ГРКВ. Вот даже с нее гайка бывшая. Так, она накручивалась сюда. И вот сюда сейчас покажу. У меня есть потенциометр был. Вот. Вот так вот потом, когда вставляется потенциометр, вот так и макаром, но он же сюда какой-то влазит. И вот так вот тут был. Ну, с потенциометром, ребята, сходить очень тяжело. Во-первых, он не сразу срабатывает. Иногда, допустим, вот ставит он наш на выбеге, мы резко вставим вот два, он может сработать. Либо мы же так вот сюда делаем притор, мы сделаем так вот. Ну, чтобы тормозить. Он не срабатывает. Поэтому я решил все-таки сделать 8. Сейчас в данный момент часть проводов, мне тут одного провода не хватает. Ну, вот так вот выглядит в данный момент система. Вот она, вот. Так-то. Я переделал систему. Вот на этот провод, еще два провода не хватает. Это у нас ход тормоз 3 и вот земля как раз. Тут у нас 7 контактов, подключаем к 7 пинам Ардуино. Оставшиеся пины займутся вот этими проводами. Да, он намного лучше будет, тут у нас все приклеено на клеевый пистолет, а тут снизу должен все приклеено, раз, вот, пожалуйста. Ну, тут сейчас ручку еще надо будет подтягивать, но вот в данный момент ручка работает. Вот, скетч у меня он есть. У меня был скетч только на потенциометр и вообще на шаговый переключатель. Ну, я взял. Ну, а по плану получается то, что наш вот этот скетч, вот у нас реверс идет, инпин. Он у нас, а на А0 рассчитан под потенциометр и под шаговый переключатель. Вот он. Но, как у нас, кстати, цифровой пин, нам нужен define, вот такой вот. Цифровой пин, получается, нам нужен. Вот она у нас уже сама программа, типа КС1, КС2, вот это. 7, вот. И получается то, что скетч не может сейчас работать в данный момент с... нашей системой. Нам нужен сюда обязательно новый скетч. Не знаю. Можно, конечно, попробовать сюда подключить А0. А вот сюда вот подключить цифровые пины. Ну вот, не знаю, что делать. Ну, вообще, сюда должен подаваться минус вот на этот провод ГНГ. А вот сюда цифровые пины. Это... А еще цифровой пин, это вот это сверху дорожки вот эти, от 1 до 17 пинов. Ну,
Жень, наверное, не получится. Ну так вот, я могу подремонтировать в данный момент нашу систему, как она в данный момент работает. В следующем видео наберем, давайте, 3 лайка, и я выпущу видео по следующей части подключения к ГРКВ. Ну, либо уже готовый материал. Зайдем на какую-нибудь карту, допустим, на Power Redux. Вот. Такой ГРКВ. ГРКВ сделан такой большой ящик. Вот. В нем стоит лишь шестеренка, вот такая вот вылепленная из дерева. И вместо ручки вот стоит вот такой вот отрезок трубы, но мне, к сожалению, даже его не хватило, потому что надо было ГРКВ делать сюда вот, в это место. Сейчас все потормозим. Короче, так, вот это. Сейчас мы зайдем на Redux. Сейчас, погодите. Надо подключить будет нам к... Ну, давайте возьмем EG3RO1, как это есть EG3RO1. Все, мы сели в вагон. Реверс пока что подключается вообще в другой пин, но... Ну да ладно, вот. У нас кабина машиниста. Мы берем, выключаем вот этот провод к нашему компьютеру. Сгорелась Ардуино. Все. Ардуино у нас в сети. Смотрим на кнопки. Я себя включил, вот у нас кнопка УДА. Она совпадает с тем. Так, смотрим. Какие-то мне руки нету тут, и он не двигается вот. Давайте откроем дверь, допустим, для правой. Отнимаем лут, открываем. Закрываем. Откроем левую дверь. Закроем двери. Нажмем на КВТ. Информатор тоже работает. Надо кнопочку нажимать. А кто не видел, вот кнопка нажимается. Еще раз вот. Получается, чтобы открыть дверь, нам, допустим, правую, левую, нам надо дать переключатель, перешелкнуть в эту сторону. И только после этого открыть двери. Переключаем сюда, открываем эти двери. Все как в реальности. У нас даже временно подключен потенциометр. О, смотрите. Это у нас старый потенциометр в роли реверса. Который... Ну, как видите, он не срабатывает. Я кручу, кручу. Он кое-как вообще. Поэтому я хочу перейти вот на такой вот вариант. Надеюсь, контакты будут хотя бы получше. Ну, гайку я, наверное, не знаю, что буду делать. Но я пока что вот такие вот контакты сделаю. На следующем будущем можешь делать какие-нибудь пластинки сюда. Ну, спасибо за просмотр. 3 лайка. Продолжение следует. Всем пока.